Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников и скульпторов Мануэль Гонсалес Мендес, испанский художник, музыкант, скульптор и профессор искусств. Я цитирую Википедию. Родился 3 февраля 1843 года. Начал свое обучение в Ланкастерской школе в своем родном городе, где я получал образование поколения канарских художников и интеллектуалов. Он также посещал школу рисования и участвовал в хоре в соседнем приходе Сальвадора. Позже он переехал на Тенерифе. Сначала поселился в Ла Арстава, затем в Сан-Кристобаль де ла Лагуна, где получил степень бакалавра и продолжал изучать музыку. С 1866 по 1867 год посещал занятия в провинциальной академии изящных искусств в Тенерифе, изучал пейзаж и акварельную живопись. В 1870-м, после нескольких поездок в Италию, поступил в Высшую национальную школу декоративного искусства в Париже, где его основным преподавателем был скульптор М. Милли. 2 года спустя он получил там награду за барельеф на восточную тему. Одним из других его учителей был художник и скульптор Жан-Леон Жиро. Во время франко-прусской войны он продавал расписные веера с сюжетами, основанными на голландских картинах 17 века. За свою карьеру он получил множество наград, в том числе орден Изабеллы Католической, а в 1898 году он был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона. В 1984 году его честь была названа улица в Санта-Крус-де-ла-Пальма, и к столетию его смерти в 2009 году там была проведена крупная ретроспектива его работ. Умер 9 сентября 1909 года в Барселоне. Вот так вкратце из переводной Википедии о испанском художнике, музыканте, скульпторе, профессоре искусств Мануэль Гонсалес Мендес. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.